Итак, всем привет, с вами ДОПГ, мы продолжаем играть в Кайзер Райх за Германию. Новый патч, новая Германия. В Гвинт мы уже победили. Какие-то механики мы уже, в принципе, тоже победили. Пора готовить нашу страну к победе над Интернационалом. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же поехали. И вначале мы отправляем дополнительную помощь в нашу Ист-Азию. Надо им помогать обязательно, надо, чтобы не закончили эту войну желательно. К началу большой войны. И здесь ситуация на самом деле не так хороша, как я думал изначально. Коммунисты все-таки побеждают, несмотря на то, что мы постоянно помогаем. А это значит, что нам нужно удвоить наши усилия. Поехали. Но если честно, они увеличатся всего лишь на 25%, потому что я отправлю еще один танк. С другой стороны, конечно, даже с четырьмя танками мы видите, что окружаем, и потихоньку будем силы уменьшать противника. А еще можем отправить туда 4 дополнительных авиакрыла. Значит, мы туда отправим 4 дополнительных авиакрыла, действительно. У нас здесь есть еще куча истребителей, которые на самом деле у нас уже не производятся. Мы ведь переходим на тяжелые, промышленные, скажем так, тяжелые самолеты. И у нас есть Set Manpower на них, господи, дожили. Итак, секс у нас теперь по фокусу изобрели мы. И мы закончили все фокусы, что есть там. У нас теперь вообще экшен должен пропасть, по идее. Странно, что он все еще есть, этот таймер. Может, война должна начаться, но... У нас литерально не осталось ни одного больше фокуса на этот самый экшен. Так что просто берем слот, потому что нам их чуть-чуть не хватает сейчас. Было бы хорошо получить еще один. Ой, смотрите-ка, тут Турция закончила эту войну свою. Но Суэцкий канал все так же остался независимым и все так же... Можно им пользоваться, отлично. И в Беларуси нашли какой-то самолет. Я так понимаю... Да, это означает, что Россия планирует против нас вести войну. А мы, в принципе, и так это знали, так что мы готовы. И еще один инцидент на Украине у нас получается. Они украли русский план. В общем, да, мы подходим к другому 1914 году. И что я могу сказать? Мы не совсем идеально готовы, что меня расстраивает, но... Как мы все же готовы. Нам нужно собрать еще одну армию и подготовить оборону на востоке. Пока что у нас только готова оборона на западе. Но это в основном из-за того, что у нас не хватает людей. Это значит, что следующая политика у нас идет на повышение мобилизации армии, конечно. Но при этом у нас есть здесь танки, в принципе, так что жаловаться слишком я не буду. И Мексика напала. Вот это, конечно, очень неприятно. Еще и они нацпопы и все равно напали на... нашего союзника в Америке. Ну, как союзника. Мы считаем его союзником. Надеюсь, они и правда будут нашими союзниками, но это не точно вообще. Значит, что нужно быстрее заканчивать эту войну и надеяться, что бот продержится на юге. Хорошие новости, конечно, в том, что мы опять окружаем войска, но плохие в том, что этого маловато. Ну и помогаем мы теперь против Мексики как можно больше, потому что тут вроде как что-то мы повайпали. Там дальше как справиться, так справиться. А здесь, ну, Мексика просто голый фронт имеет. Нужно помочь, особенно пока на нас самих не напали. Добровольцы улетят, и все. И Америка падет. Кстати говоря, мы тоже можем объявить войну. Но нет, мы демократия, мы таким не занимаемся, честно. Несмотря на все наши усилия, мы не смогли помочь Америке. Увы, в Америке победил Интернационал. На самом деле, я не очень понял, как. Вроде как линия фронта стояла, но в один момент бам, и все. Ладно. Что поделать, ничего уже на самом деле. Тут только авиацию возвращать домой и готовиться к войне с Францией остается. А вот и война с Францией, война начинается. И Deutsche Freight у меня War Support дает. Убирается миссия коалиция и Demand for Action. Как я и думал, все говорят, что как-то было бы нелогично, если бы у меня эта миссия продолжалась еще в войне. Особенно, когда у меня фокусов нету. Мы получаем... Модификатор, недостаточная подготовка. В зависимости от наших действий, от нашего долга, успеха или неуспеха в нашем уникальном пути. Ситуация с железными дорогами. Мы, кстати говоря, железные дороги, по-моему, все национализировали. Да, прекрасно. Индустриальные решения наши. Ну, мы их мало взяли на самом деле. И некоторые фокусы в военном древе. Окей, что у нас с этим модификатором? Неприятно. Однозначно неприятно. Я думаю, кстати говоря, фокус я этот закончу.
Мы потерпим, да. Мы, кстати говоря, вот отсюда получим военную экономику сразу. Здесь еще base ваш саппорт. Отлично. Мне тут рисуют красным, но мы это знаем, что, ну, это ложь. Берем добровольцев. По инсулинде это мы не байдемся, мы не лох. На такое не ведемся. И нам нужно просто сюда достаточно авиации привести. Давай также Волонию. Сюда сейчас начнут тоже атаковать, но здесь мы не боимся атак. Это чтобы здесь вот они тоже на нашей оборонительной линии что-то делали. И нас даже пробивают на самом севере, что, в принципе, вполне можно понять, потому что у нас там только пехота слабая. А сейчас мы авиацию нашу распределим, станет веселее. Нам дают кучу ленд-лиза, ну, в основном того, что с мелочи не хватает. И давайте, да, призываем всех в эту войну, конечно. Мы к ней достаточно готовы. Единственное, мы, конечно, не готовы к тому, что сейчас нападет Россия. Ага, она действительно сейчас нападет. Польско-немецкая миссия возвращается. Получаем опыт. Нам опыт действительно очень нужен, так что нормально. Но мы можем пообещать, но нет. Ой, нам предлагают взять флаг военного времени без проблем. И Россия объявила войну Азербайджану и таким образом всем нам. Что ж, это то, чего мы и ожидали. И к чему мы не совсем были готовы, как я и говорил. А на самом деле у нас огромные запасы снаряжения. Мы еще можем делать кучу танков, кучу пехоты, но у нас нету людей. И это чисто... Я не досмотрел, на самом деле, здесь супер просто. Сейчас было бы и то наступать, если бы я просто делал дивизии и перед этим мобилизовал своих людей. Да. Союз с Азербайджаном, конечно. Наши танки сюда прибыли, давайте еще с танками покажем, что мы на самом деле можем. Здесь видите кучу дивизий, сейчас их здесь не будет. Сейчас мы просто нашими танками, то что сюда прорвалось, по своей глупости, окружим и уничтожим. Мы переходим здесь наступление, очень-очень уверенно и быстро. Окружим сейчас вот эти войска и ждем, да, политки мобилизовать нашу армию. Сразу, конечно, еще и в Нидерланды сами заходим. Там вроде фронт держится отлично. Здесь уже войска практически окружены. Ой, кронпринц Вильгельм хочет командовать армией без проблем, друг. И она испарилась. Можно сказать про армию. Волония почти капнула, черт. Здесь все-таки что-то... Не... А, на Мурмы сдали, окей. Ладно, вроде дальше не должны. Румыния там что-то там руинит. На востоке главное, чтобы все было более-менее. Восток продержится, запад сейчас пропушен. Звучит... Первая мировая. Почему? Потому что словно в Первой мировой мы победим. И в этом нет никаких сомнений. Вот уже Амстердам пал, что только лишь подтверждает наши слова. И вот еще одно микроокружение. Здесь войск очень много, но смысла в них ноль. И да, Волония капитулировала все-таки, но окей. Нам на это примерно плевать. У нас здесь другие задачи. Нидерланды сейчас выбить. Ой, пока мы тут воюем, у нас новый винтик. С таким успехом мы достигнем Парижа очень быстро. Это правда. Да, в общем-то, нормально все идет. И это можно нажать. Еще в бэкграунде у нас будут ускорения уменьшать здесь дебафов. Дебафы не очень приятные, но и не смертельные. То есть, как видите, мы спокойно здесь выбили ребят. Сейчас немножечко регруппируемся. Но здесь, потому что фронт немножко нестабильный, надо отойти на позиции. Постоянно пытается атаковать. Так вот, надо выйти на какие-то позиции конкретно и на них уже стоять. Плюс сюда сейчас у нас подъезжают танки. С танками мы вернем наши позиции здесь моментально. И в принципе, наверное, вот сюда пройдем. Потому что здесь города, здесь неприятные ландшафты, наступать туда не хочется. А вот здесь нормально. Наша ставка на танки оправдывает себя. У нас сейчас еще и люди начали мобилизовываться, внезапно появляются. Оказывается, в Германии есть люди в армию. Разберемся. Единственное, на востоке не все супер хорошо, но как-то фронт держится, и меня это устраивает. Сейчас избавимся от дебафа, перегруппируемся, выбьем Нидерланды, а без Нидерландов Францию до Парижа рукой подать. Вот у нас есть еще фокус, который дает нам manpower. Это то, что нам нужно. И Япония еще объявляет нам войну. Пожалуйста, скажите, что вы закончили с повстанцами. Нет, они еще не закончили с повстанцами. Это неприятно, однозначно. И Ирландия захотела сами торговать. А помните, как они вышли из Рейхспакта? А я помню. И австрийская интервенция. Конечно, конечно, зовем. Это нам, кстати говоря, действительно поможет. Там еще и Италия, кстати, тоже может зайти. Призываем во все. Да, и я так понимаю, Италия была, что ли, австрийская, не знаю. В любом случае,
У нас свежая кровь, которая нам очень должна помочь хорошо. И Атланта все еще не вступает в войну, но это на их совести. Они ничего не получат назад, когда вступят. А мы уже готовим резервы. Благо, как я и говорил, снаряжение у нас-то есть. Эти резервы будут защищать Восточный фронт. Испания хочет дать нам Гибралтар. Да, без проблем. Видимо, Испания все-таки пошла вот сюда. Наверное. Но мы сейчас выбиваем французов обратно, то они здесь, видите, наступление какое-то устроили. Надо объяснить им, что, ну они не правы просто. Просто по факту не правы. Там в Румынии проблемы какие-то. Ага, Румыния и Сербия зашла. Блин, мировая война стала прям веселее. Действительно, получаю некоторое удовольствие. Хотя, конечно, для меня все еще достаточно очевидно, что у нас нет ни шанса на поражение. И я не понял как, но как-то, несмотря на то, что у меня здесь Зеленое море, мне высадились. Ладно. Ну, что я могу с этим сделать? Пойду просто подавлю эту выставку, и все. И Польша восстала и предала нас. Это неприятно, кстати. А мы здесь окружили ребят, которые подумали, что они могут взять и просто вторнуться в Германию. Нет, не можете. А в Америке реально победили коммунисты. Это грустно, но такова судьба этого мира. И я сюда прислал танки, и танки мы сейчас по-быстрому здесь просто зарашим все победные точки. Ну вот, поджакапнуло. Здесь вроде как все еще более-менее. Танки отправляем теперь, пожалуй, вот сюда. Побыстрее покончить с вот этими ребятами. И сейчас, потом, точнее потом, да, их отправим на Восточный фронт, просто держать фронт. А танки, наверное, не знаю, куда-то сюда тоже надо помочь. Посмотрим. Ну и по фокусам, тут есть, конечно, полезные вещи для нас, но пойдем в прорыв плюс 10. Нам нужно именно воевать. Нужно именно прорваться. И у нас есть решение на арест всяких плохих людей, которые хотят уничтожить нашу Германию. Конечно, мы все нажимаем, да. Ну и танками здесь никаких проблем нету прорваться. Отлично. Ну и в итоге выкинули в помойку войска ребята из интернационала. Ну, меня это устраивает. И так как выставка теперь разбита, обе. Ну как обе, мы их разъединили просто. Мы можем отправиться вот сюда. И у нас, кстати, да, все еще есть вот эти решения, которые нужно нажимать обязательно. Ваш саппорт нужно поднимать, стабильность нужно поднимать. Скоро закончатся вот эти все, помните, тот самый план и даст нам кучу просто фабрик. Я этим доволен. Единственное, я бы хотел, наверное, добавить еще синтетики, так что вместо военок давайте чуть-чуть построим той самой синтетики. Мне не очень хватает топлива и мне не очень хватает резины, нужно разобраться. А воздух у нас зеленый. У нас достаточно самолетов, мы уже на дистанции поработали и сократили очень солидно количество авиации у интернационала. Возможно, даже мы теперь можем позволить себе помочь нашим союзникам здесь. Было бы, наверное, неплохо, потому что я вижу, что у них есть определенные проблемы. Давайте им поможем. А наши танки готовятся к рывку сквозь Нидерланды. И с припасами есть, конечно, проблема, у нас и танков немножко многовато. Я думаю, все будет окей. И да, так и есть, мы без проблем пробиваемся здесь и заходим просто дальше. И вот голая Франция перед нами лежит, и она нам как раз. Можем еще делать вот это, плюс здесь арги, минус, конечно, люди, но минус потери в опыте, это очень важно, и скорость восстановления. А потом еще здесь атаки и защита танком. Так что мы это точно берем. Из убийства короля Августа 4-го. Мы за это не простим. А это где? Это Польша, что ли? Польша немножко оккупирована, так что ладно. Эти войска, кстати говоря, у нас дополучают обучение, которое они не успели получить. Эти ребята как дообучаются, там тоже сюда поедут. Ну а на западе нормально. Вот в Италии не очень, но мы сейчас поправим ситуацию в Франции. Там будет проще всем. Как говорится, как дядя Манштейн учил. Через Бельгию, Париж. А вот и Нидерланды капитулировали. Кстати, за ними капитулируют, получается, здесь войска. Должно это у нас чуть-чуть облегчить ситуацию. Ну и вайпнули мы чуть-чуть под Кале. И действительно идем просто на Париж. Что вы мне сделаете? Здесь вроде как ребята справляются. Здесь пока что фронт стоит. Мы успешно обучаемся. Сюда я отправляю авиацию, чтобы, ну, наконец-таки они там справились. Надеюсь, по крайней мере, на это. И пока что японцы не слишком активничают, у нас еще небольшое время есть. Падение Парижа. Все. Теперь для всего мира очевидно, что Германию не победить.
Еще раз убийство короля Августа IV. Ладно. Его убили дважды. Потому что, ну... Почему? Видимо, что-то там сломалось с триггерами какими-то. Может, это из-за того, что она сейчас оккупированная. До этого была марионетка, потом отвалилась. Ну, что-то с путями, наверное, сломалось. И вот мы уже зажимаем их под Эльзасом. Тем самым, который... Они у нас временно оккупировали, но слишком временно. Пора возвращать. Ну и вот они уже остались только на юге. Совсем скоро вся Франция сдастся. Это и было до этого. А там, кстати говоря, даже в бой не успела вступить. И вот и капитуляция Франции. Да, это было очень быстро. А жесть, у нас счет. Это... Кайзерфлю здесь, типа, ой, Райхи сделан так, чтобы весь счет отдавался Германии. Походу, да. Ну, ладно. Сильно много бухтеть я не буду. Я надеюсь, Пакс Британика у нас автоматически не проходит. Нет. Потому что еще есть война с Россией и Британией. Отлично. И нас эта ситуация устраивает, потому что нам нужно доделать все вот эти фокусы, потому что они закроются с окончания Второй мировой. А мы хотим всех сделать. И так как мы уже победили на Западе... Какая-то программа. Блин, это грустно, потому что мне она очень нужна. Это точно не то, что мы хотели бы. Ну ладно. А, сделаем... Да. Твое собственное правительство здесь. И Фландрию. Давайте установим Бельгию. И что, наша армия свободная? Я думаю, что стоит теперь разобраться с Россией. Хотя мы можем одновременно это и то. Так что и будем делать одновременно это и то. И наши танки, пожалуй, нам бы на Балканах сначала закончить. Ну ладно. Я вижу, что мы можем наступательные операции вести уже. Поэтому давайте-ка готовим... Здесь некоторый котел, наверное. И готовим просто огромный фронт на весь Восточный фронт, собственно говоря. Эти две армии тоже здесь остаются однозначно. Итак, испанцев вознаграждаем небольшим стейтлом. Ну, сейчас немножко так всех повознаграждаем, я думаю, да. Потому что, почему бы нет? А, и, кстати, мы потопили большую часть флота Британии теперь. Я так понимаю, ну да, мы вполне себе можем высаживаться. А еще можем наконец закончить вот этот план. Куча слотов, куча фабрик, куча стали. И еще модификаторы там тоже приятные будут в самих стейтах. Отлично. Индокитай отправляет нам перемирие. Нет, мы будем сражаться до конца, я думаю. И отправим подкрепление, да? Вот видите, Сиам вмешался, это, конечно, нам немного ситуацию руинит. Но начинается война за воздух в России. И параллельно наступаем мы нашими танками. В общем-то, наше контрнаступление начинается. Силы оттуда я перебросил в Сербию. И в Сербии тоже сейчас будет... наступление. Ну, не сказал бы, что контр, просто наше наступление. И под авиацией, конечно, происходит невероятные чудеса. И вот Сербия полностью капнула. А, наверное, мы ее все дадим Австрии. А, тут и Румыния сразу за Сербии капнула. Прекрасно. Это открывает целый фронт, который теперь можно занять, которым можно резко воспользоваться. И на юге мы начинаем пушить, потому что, ну, тут, очевидно, войска еще не готовы. России. Они просто не ожидали, что тут резко появится фронт. Я бы тоже на их месте не очень ожидал. На севере мы их зажимаем и можем переначать наступление просто всем фронту отдать приказ. Но, пожалуй, не стоит. Это слишком было бы дорого. Все-таки у нас не так много людей, как нам хотелось бы. Мы можем это исправить. Индокитай все присылает эти предложения о мире, но нет, увы. Мы будем сражаться до конца. Ну что я могу сказать? На востоке мы вновь на коне, освобождаем Украину, скоро освободим Беларусь, Балтика и не была захвачена благодаря нашей армии там, скоро Россия падет. На западе мы готовим здесь армию, мы готовим еще одну армию, возможно для выски посмотрим. Так что в следующей серии мы уже закончим эту вторую мировую, перед этим конечно доделаем все наши фокусы, которые закроются иначе. Ну и потом будем заниматься Пакс Германикой. Так что с вами был ТопГей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твичи, скоро добрости. Все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.